словах это сложно. Словами не скажешь. Карабах — это боль, это слезы, беда. И какая огромная моральная тяжесть губит юные души мальчишек, солдат. В нас стреляют в упор из винтовок и старых обрезов, и не могут порой ни жилеты, ни каски спасти. Но спешим мы сюда, потому что нужны до зарезу, чтобы жизнь защитить и беду от людей отвести. Но спешим мы сюда, потому что нужны до зарезу, чтобы жизнь защитить и беду от людей отвести. До сих пор помню я, как горели дома в Киргизстане, когда разум исчез в необузданном море страсти, и как утром войска под покровом седого тумана вывозили в Агдам перепуганных на смерть детей. И как утром войска под покровом седого тумана вывозили в Агдам перепуганных на смерть детей. А когда из Шуши вывозили армянские семьи, и дома их горели в жестоком ответном огне, то солдаты ВВ, как стена между теми и теми, на себя принимали удары летящих камней. То солдаты ВВ, как стена между теми и теми, на себя принимали удары летящих камней. Снова в горном селе с двух сторон перестрелка открыта, и солдаты ВВ между ними под пули пошли. А сердца матерей инстинктивно почуяв защиту, с двух сторон в темноте к ним детей привели. А сердца матери инстинктивно почуяв защиту, с двух сторон в темноте к ним детей привели. В нас стреляют в упор, но не дрогнули здесь мы ни разу, и надежна стена между двух непогасших огней. Верим искренне, мы победит человеческий разум, но пока что накал и страсти, и эмоций сильней. Верим искренне, мы победит человеческий разум, но пока что накал и страсти, и эмоций сильней.